Море. Оно всегда разное. Хмурое, ласковое, теплое, бодрящее. Неизменно лишь его чарующая красота и стремление людей быть на берегу моря. Во все времена они едут, летят за сотни или даже тысячи километров, чтобы провести здесь свои отпуска, чтобы погрузиться в красоты южных курортов, почувствовать себя частью природы. Это Туапсинский район, один из красивейших регионов России. Таковым его делают величие гор, тенистые леса, захватывающий дух серпантин дорог и богатая культура этого исторического места. Ну и, конечно, Черное море с его разнообразными пляжами и потрясающими закатами. Уникальность Туапсинского района уже давно признали не только любители пляжного отдыха, но и ученые. Дело в том, что здесь происходит совмещение двух субтропических климатов. От этого лета здесь жаркое и сухое, весна теплая и дождливая. Зима настолько короткая, что порой ее приход незаметен. В январе в горах цветут весенние цветы, в марте воздух может прогреться до 20 градусов, ну а в мае уже достаточно желающих окунуться в прохладную водную стихию. Море остается комфортным для купания до середины ноября. Любители осенних купаний утверждают, что это ни с чем не сравнимое удовольствие. С ними сложно не согласиться. Стоит попробовать погрузиться в чистейшую воду, когда ее температура превышает температуру воздуха на 10 градусов по Цельсию. Горы в Туапсинском районе – это отдельная, заслуживающая внимания тема для рассказа. Говорить о них можно много, но лучше хотя бы один раз побывать, для того, чтобы увидеть еще одно завораживающее взгляд явление природы – водопады. Их в Туапсинском районе сотни. Почти каждый местный житель укажет, где, на его взгляд, самый красивый, не похожий ни на какой другой. Эти места не могли оставить без внимания талантливые режиссеры. Помните, а дубы колдуны что-то шепчут в тумане? Да-да, именно здесь, среди вековых дубов, родились слова этой песни. И черные камни, и белые скалы, вошедшие в историю советского кинематографа, тоже здесь. Известное вблизи Небуга местечко, именуемое местными жителями «Скала Киселева», стало однажды съемочной площадкой для полюбившейся миллионам сцены из фильма «Бриллиантовая рука». Заговорив о Туапсинском районе, нельзя не упомянуть тайну, будоражащую многие умы – дольмены. Эти строения возникли здесь, по некоторым данным, 5 тысячелетий еще до нашей эры, а возможно и раньше. До сих пор ученые не пришли к единому мнению, кто их строил и зачем. Вокруг дольменов очень много легенд и мистических историй. Их стоит увидеть. В последнее время туристы любят совмещать традиционный пляжный отдых с экскурсиями. Любители экстрима или романтики, собиратели ярких впечатлений или охотники за красивыми фотографиями – каждый найдет для себя то, что нравится. Опытные экскурсоводы, знающие тайные тропы, отвезут желающих в таинственный лес. По-другому не скажешь – именно таинственный. Дадут возможность побродить по нему, почувствовать себя героем голливудского фильма фэнтези, а заодно расскажут то, что вас удивит. Знаете, сколько лет этим самшитам? 400. Это реликтовый лес. Редкие деревья в окрестностях Туапсинского района. Немногие знают об их существовании здесь. На этом путешествия и сюрпризы не заканчиваются. Дело в том, что эти земли тысячелетия назад были освоены адыгейцами. Да и само название курортного поселка Небуг в переводе с адыгейского звучит как «большеглазые». Вас с удовольствием и гордостью познакомят с культурой древнего народа. Покажут черкесскую шашку, оружие которой по скорости боя превосходит самурайский меч катана. Конечно же, предметы быта, служившие адыгейским женщинам 6 веков назад. Без лезгинки здесь тоже не обойдется. Более того, желающих обязательно научат этим грациозным, полным любви, отваги и преданности танцам. Кто не знает вкус адыгейского сыра, тот многое потерял. И, конечно, гостей угостят национальной адыгейской кухней.